Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Darkwood. Это вторая серия. Последний раз мы остановились на моменте, где к нам пришел какой-то мужчина с головой сфинкса. Его звали Оборотень. Он нам сказал, что нам надо собрать оружие и пойти разведывать какой-то там лес. Я не помню. Вот. Поэтому мы продолжаем прохождение, мы продолжаем изведывать лес, собирать всякую хлам и пытаться в себе придумать оружие. Вы собираетесь играть в сложную игру, где не прощаются даже малейшие ошибки. Уважайте лес, будьте терпеливы и сосредоточьтесь. Это вот все про меня написали, все про меня. Я уважаю лес, я терпеливый, пипец, вы не представляете. И сосредоточенный просто. У меня кот не такой сосредоточенный, как я сейчас. Поэтому мы продолжаем. Значит, хардкор играем, а в радугу не хочешь. Если я сделаю вид, что я его не слышу, он от меня отстанет. Да и я поиграл бы в радугу, но попозже. Так, ага, мы проснулись. Нам чё? У нас есть совет. Нам сказали не выходить ночью. У нас работает генератор, кстати. Я здесь все проспамлю. Спам нельзя. Нельзя спамить. Так, у нас что? Нам сказали не выходить ночью в лес. Сейчас ночь? Вырубай генератор ночью. Зачем? В смысле, он ночью наоборот же работать должен. Его, наверное, днем надо вырубать, не? Или я что-то не понимаю. Так. У нас здесь всякий хлам есть. Блестящий камень я, кстати, в прошлый раз угнал у какого-то чувачка. Ночью на свет агрится. А нафига мне тогда днем генератор? Зачем он вообще тогда нужен? Что-то ты, по-моему, мне это... обмануть пытаешься, не? Ради штук всяких? Каких? Сейчас ночь? Вы все играли в эту игру? А как понять, какое время суток? Вот сейчас ночь или что? Блин, а если я сейчас вырублю генератор, и кто-нибудь придет? А зачем ты факел жжешь, мужик? Убери факел. Убери факел. Да, ну. Так, ну предположим, я его выключил. И чё? Также баррикадируйся в доме. Двери выломают нахер. Так а мне нечем баррикадироваться. А как баррикадировать, блин, двери? Их же нельзя баррикадировать. Можно только закрыть и открыть. А чё это за... дымок идет? Ну если серьезно, серое, это ночь. Понял. Мне получается двери шкафами подпирать, что ли? Вот здесь табуретка стоит, наверное, для того, чтобы дверь подпереть. Диваны. Бля. Диванами, шкафами. А табуретками. Зачем мне вообще табуретка? Не знаю. Ну, предположим. Ага. Ну, вроде да. И чё, а сколько ночь длится? Сколько мне ждать, пока ночь пройдет? Вредки слишком маленькие. Ну, мне больше нечем. Ты мне что предлагаешь здесь перестановку делать? Блин, оборотень, помоги. Кровать подвинуть надо. Ну, кровать не двигается. Только если вот эту штуку, шкаф... Господи, как он страшно дышит. Делаем перестановку в доме ночью. Как хорошо, что нет соседей снизу. Я думаю, они бы это... возмутились бы. Так, окей. Примерно ждать через пару минут. Понял. Ну, двигаем, давай попробуем. Как же неудобно здесь двигать мебель. Звук, конечно, от нее прикольный.
Не баррикадируй весь дом, закрывай проходы в одну комнату, где нет окон. Туда кровать двигай. А-а-а, то есть... Так дверь наружу открывается. Она и в... Она в две стороны открывается, как ее баррикадировать-то? Она и в эту сторону открывается. И в эту. Как забаррикадировать дверь, которая открывается в две стороны? Кто-нибудь знает? Это же глупо. Не? Не дверь откроют, они через шкаф не пройдут. А, двигать не умеют. Блин, да кто это они? Так у меня тут как бы в этой комнате окна... Бля, как страшно. У меня в этой двери окна не забаррикадированы. То есть, блин, лагает стрим. Так ты качество чуть понизь, и все будет нормально. Получается, мне надо разобрать окно тут. Правильно? Разобрать. Баррикада слишком прочная, я не могу ее разобрать. Почему, блин? Ты же, блядь, как-то собрал, разбери. Короче, я умру. У меня нет комнаты. Закрытый на 100%, потому что здесь у меня открытые окна получаются. Вот здесь окна. Кровать нифига не двигается, ты меня наябаешь. Заныкайся в прихожей. А, ну да, в прихожке типа нормально. Ну, правда, здесь входная дверь нифига не закрыта. У меня есть две двери. А шкаф один. Непонятно. Да и так в телефоне. А стол? Какой стол? Это верстак, он не двигается. Верстак не двигается. Я все, что могу двигать, это только вот этот шкафчик. Все. Ну, предположим. О, типа ночь настала, да? В смысле F? Никаких F. Зах! Да блять! А, это дождь пошел, господи. Ладно, еще ран для рейда. А что ты тогда нагнетаешь-то? Или нет? Все, я понял. Ладно. И что, мне просто стоять? Я не могу там поспать, лечь. Проход починить. Мне нечем. А это ты смог разобрать? И теперь я не могу собрать. Ну нормально, нет. И досок у меня нету больше. Я труп. А что он делает? Я доску с гвоздями... А я могу доской с гвоздями сделать, нет? Бля, я все доски потратил, бля. Ну, пиздец. Все доски потратил. Это примитивное оружие. Ну ладно, у меня зато оружие есть. Я буду отбиваться. Кто нахуй? Кто, бля? А? Один на свет. Я просто спрячусь. Оп. Я... Типа, как здесь все это... В окно посмотри. Воу. Какой гром был. Юзайте команды, чтобы его пугать. Смотри какой, а. А зачем ты разобрал? А мне было интересно, разберет он или нет. Потому что здесь я нажимал разобрать, и он такой, типа, баррикада слишком прочная, не могу разобрать. Я подумал, что они все слишком прочные. Дебил, да. Извинись. Мэдис, извинись. Так, ну ждем. А мне кажется, или ночь слишком долгая, не? Сколько я вот здесь брожу? Уже 10 минут. Уже 10 минут. Опа. Как
Какой гром, блядь, страшный, а? А здесь, кстати, это щелочка есть, смотрите. Сейчас гром будет. А? Шарю? Тебя ночью в теплой кроватке изнасилуют. За шо? А если в другом месте посмотреть? А зачем? А если я не хочу? Так, мне единственное, что сказали, мне типа ночью нельзя выходить никуда. Как перемотать время-то? Мне послышалось или кто-то сейчас топал? Ну сюда даже дома небезопасно. Кровати перемотать? А, можно спать лечь? Здесь оборотень, он меня спасет же, у него же вон калаш есть. Чего мясо? Сплетничать. В том месте я бы далеко отсюда не уходил. Но разве что если тебе мясо жить надоело, немного вернусь чаще. А те, у кого это получилось, мне были уже в состоянии рассказывать о своих приключениях. А как лечь в кровать-то? На что нажать? Вот, цари, кровать. А как лечь-то? Я не могу лечь в кровать. Как в нее лечь? Это его кровать. Это моя кровать. Фига ли это его кровать-то? Так, ну давайте посмотрим это. Настройки управления. Так, прицелиться. Главное действие. Левая кнопка мыши. Перелезть пробел, уклониться, перезарядить. Карта, меню способностей, дневник, игровое меню. Переключить Е, смотреть вдаль. Ну, здесь нет ничего такого. Как лечь-то? Не ложится он, чего вы меня разбудите? Не ложится он туда. Да и на улице никого нету. Господи. Печь. Что я, по-моему, зря свет погасил, да? И что делать? Мне реально тупо стоять, что ли, или что? Что за звуки, блин? Так, что я могу на верстаке-то сделать? Игра 2D. Ну да, судя по всему. Так, улучшение ячеек, улучшение ячеек инвентаря, бутылка с газом, капкан, капкан с цепью. Какой же он расслаблен, я бы не был таким. Он меня байтит. Он меня байтит. Так, смотри, дождь прошел. Может, рассвет будет? Рассвет будет, нет? Ой, ну ладно, можешь так думать. Вот и буду так думать. Так, ключей у меня нету. Предметы. Дневник. Я. Дневник. Мы это все читали. Мне надо в сухой луг попасть. Ладно, можешь так думать, но еще я предупреждал. Хорошо. Когда будет рассвет?
Слушай, у меня такое ощущение, что вы меня что-то разводите, и эта ночь будет вечная. Типа, мне надо выйти и идти куда-то что-то делать. Светает? А, смотри, вправду светает. Че, уже можно выходить, да? Нет? Нельзя еще? Когда можно будет? Тени еще в лес не попрятались. Да откуда ты знаешь все? Опа, Дима на связи. Дим, здорово. Слушай, да там уже закат, по-моему, судя по этому, нет? Давай на улицу. Сейчас пойдем, здорово. Че, как дела, Дим? Так, у нас здесь есть дрова, лагерь оборотня. А что за лагерь оборотня? Это ты факел взял? У меня нет факела. Ну, в смысле, у меня доска в руке. Какой факел? Что ты мне рассказываешь? Так. Мне надо сухой луг. Убежище, говорит, оборотня находится в сухом лугу. Ну, то есть, вот здесь убежище на сухом лугу. Я нахожусь здесь. Глухой лес. Сухой лук. Как он мне сказал? Он мне сказал, мне надо подлутаться, сделать оружие и валить. Нормально, я только проснулся. Фига себе. Че все красное-то? Ты в его доме. А почему я должен его дом тогда баррикадировать? Че он сам не баррикадирует? Короче, пойдем посмотрим, что снаружи. А че все красное? Тайник. Блин, а, ну он мне не говорит код. Потому что у него есть калаш, а у тебя нет. Ну будет же. Правильно? Будет калаш же у меня? Или нет? Вот это реально суровый хоррор. Дима, ты играл в эту игру? Или нет? Прощаемся. Че, рано вышел, да? Пойдем посмотрим, что там. Интересно. Немного играл? Слушай, ну вроде же светает. Дима, это же утро или что это? Че в лес зайди? А возьму и зайду. Че ты мне сделаешь? Так. Че, сухой лук. А, я тут, да, в сухом лугу. О! Утро вроде как. Да что-то нифига не утро, блин. Опять темно становится. Звуки какие-то страшные. Я хуй пойми. Да я тоже не понимаю, что происходит. Лучше, конечно, сыграли в Слендермен. А что теперь все синее какое-то стало? Блять, что здесь? Что у вас здесь происходит? Собаки ловят. Ты же внутри. Поэтому и синий. Нет, снаружи то же самое было. Это туман окутывает. Аж слух пропадает. Смотри, что происходит. Вот я могу в окно посмотреть. Видишь, снаружи все темно. Очень странная игра, конечно. Типа она меня заставляет, блин, под полчаса в доме сидеть, что ли? А в каком... А чё, какой смысл-то в этом? Это и есть ночь, я вспомнил. А, ну вот это и есть, наверное, ночь. Блин, наверное. А да, и этого чё было? Да ничего странного, просто днем дома сидел. Блин, я же говорил. Я же говорил, он меня разводит. Я же говорил, он меня байтит.
Там тут ходит. А день, когда у тебя лучик перед лицом. Все, я понял. Смотрите, а если в дом кто-то залезет? Ебать, испугался. Офигеть, эти звуки. День, когда у тебя лучик перед лицом. Когда красный, это закат. Беги! Да. А если я к оборотню встану, у него же калаш есть, он же меня спасет, нет? Кто стучал? Там гости. Да ебало таких гостей, зачем они нам нужны? Ба, как тут все скрипит. Воу-воу-воу, какой туман! Что за пиздец? Ну вот и все. Кто-то шепчет. Здорово, Дим. Это хоррор. О, я кого-то видел! Кто это? Что-то притаилось в тени. Наверное, нужно держаться поближе к свету. Поближе к свету, ты! Ты сказал выключить генератор! Бля, зажги, 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 зажги! О, сука! Бля, уебу вас всех! У нахуй. Ай! Блять, оборотень, помоги! Ты что стоишь просто так? Блять, как зажечь ебучий факел? Кто? Бля, бро, спаси. Я какой-то звук слышал. Ёман, человек шиц. Ты пизда. Да не факт. Бля, как зажечь-то? Спичка. Как, блядь, зажечь факел-то? У, сука. Вот у меня выбранный. А как его зажечь-то, блядь? Нахуй ты им машешь? Чё мясо? Да в смысле, блядь, чё ты этот? Помоги. Пытается ебучие тени пиздить. Логика у миссии не работает. Что бы ты без меня делал? Без тебя я бы сейчас живой был бы, у меня бы генератор был включен. Мне срочно надо грибы, чтобы сделать левел ап на зрение. Гриш, да мне сейчас вообще не до грибов. Как факел зажечь? Объясните, а? Я типа беру факел, а он не горит. Зажигалка, блядь. И у печи зажечь. Ну, на печи готовить только можно. Я не шарю за игру, но думай, друг. У меня есть спички, но я не знаю, как ими пользоваться. Может, вот так? Как объединить? Ну и зачем ты сказал? О, красным, красным, смотри, это рассвет, это рассвет. Это рассвет, наверное, или что? Почему все красное? Ебать. День третий. А, во, все, это день. А факел горит, блядь. Ого. Че за наебалово, бля. Все, теперь надо бежать в лес, блин. Никого не слушать. Мы идем добывать ресурсы. Что это за бумажечка лежит? Приглашен на праздник за кукурузным полем в южной части сухого луга. Ага. За кукурузным полем в южной части сухого луга. Так, карту открываем. Бля, какой дождь сильный. Вообще не слышно. Южная часть. То есть мне вот сюда. Куда-то на сгоревшие дома. Ну пойдемте искать. 8208 там написано. Ну-ка, ну-ка. Предметы, приглашение. 8208. Ага. Попробуем. Восемь. Неверный код.
Вот и теперь можно идти. На день третий я вышел нахуй, потому что миссия вышла, поэтому факел загорелся. Спасибо. Идем. Остановка времени. А зачем мне остановка времени горит? Это зрители играют, а не Руслан. Это Руслан играет, а не зрители. Так, здесь где-то псины бегали. Бля, какой здесь ливень, пиздец просто. Здесь где-то псины бегали, я вам смогу отбиваться. Мне надо за кукурузное поле как-то попасть. Здесь, кстати, дровишек. О, древесина. Во, хорош. Дровишки. Дровишки подъехали. Гвоздем объединяем. Здесь еще есть дровишки? Опа. Блядь, здесь его люблю. Опа. Хорош. Гвозди. Камень. Так, нам надо за кукурузное поле попасть. Факел нужен только для освещения темных помещений. Так ночь была, блин. Я же был в темном помещении, не? Была ночь. Я был в темном помещении. Я Олень! Оу! Так стой! Ты чё, блядь? Бля, ты бись! Да отстань! Бля, уважайте лес, мне говорят, уважайте лес. Не надо никого пиздить пытаться. Я думал, типа, на мясо можно его. Ну, чухуй. Понял. Так, открыта новая локация. Ручеёк. Где ручеёк? Ты можешь сказать, в чем прикол игры? Если Руслан может это сказать, то пускай он. Я пока сам не знаю, в чем прикол игры. Он обиделся, что его обозвал оленем. Хоть он и лес. Короче, суть игры в том, или хотя бы скажи, что за игра. Я описание прошу. Darkwood, темный лес. Darkwood. Короче, прикол в том, что... Опа. Куда это мы идем? Я живу здесь. Прикол в том, что я попал в какой-то темный лес. Лампа? Стул? Шкаф! Искать. Тряпка. Это нам надо. Еще тряпка. Я попал в темный лес, из которого я не знаю, как мне выбраться. Блять, а дальше есть проход. А как пройти-то, блять? Шкаф посередине ставил. Ну, бля. Ну вот как? А, его сломать можно, да? Или нельзя? Тащи шкаф домой. Да, как Дейзи, да? Слушай, да у него слишком много хп. Или чё? Оружие сломано. Нужно починить. Давайте факелом добьем. Зашибись. Я сломал шкаф. Но, бля, пройти все равно не могу. Поэтому ему нужно баррикадироваться. Бля, пиздец, я остался без факела. Ладно, не страшно. Не страшно, да? Нам ничего не страшно. Мы ищем кукурузное поле. В принципе, и без оружия можно прожить, можно шимануть. Он сразу просрал. Да погоди, мы сейчас починим, это не проблема. Мы где? Так, это олень, ну нахуй тебе олень. Так, мне нужно кукурузное поле. Я где-то видел кукурузное поле в первый день, когда мы играли. Жаль, что это можно починить. Не, вообще не разберет. Это не олень, а лось. Да какая разница. Ты кто? А это кто? Жертвенник. Привет. Что он какой-то не это. Ты где? Труп обыскать. Волка. Ой.
Это он только что умер? Опа, дровишки. Ящик, заперто, можно открыть с помощью отмычки. У меня есть отмычка. А у меня есть отмычка. Вот же отмычка. Так, обыскать, спрятать отмычку. Открыто. У-ху, живем. Спички. Неплохо. Сейчас как налутаем. Открыта новая локация. Сломанный трактор. Жертвенник. Ладно. Так, упавшее дерево. Смотреть. Упавшее дерево с частично обкусанной корой. Кто его обкусал, непонятно. А где я? Я не знаю, где я. Так, это что? Ой, это дом с собаками с этими. Там есть верстак? Не лай на меня. Не лай на меня. Бля, кто собаку дом назовет? Блять, еще одна собака. Все, спокойно, красная качель. Так, грибочки. Грибочки можно собрать, насколько я знаю. Или нельзя, не знаю. Воу, за мной бежит. Бля, ты отъебись. Бля, да хватит за мной гнаться. Так. Это что? А что это такое? Ага. Блин, да где кукурузные поля? Я же где-то находил. Это что такое? Разобранный трактор. Опа, топливо еще. Неплохо. Вот, кукурузные поля. На юге за кукурузными полями. А ты лось? Я бы тебя тоже отпиздил, если ты меня оленем назвал. О! Кто? Что это? А что это такое? Тут звук был. Лоси, как жители... Ага, осуждаю, кстати. А, это что я убираю? Суп. Это я убираю. А как же серая часть напрягает. Да, я согласен. За серым, за кукурузным полем. За кукурузным полем меня пригласили на праздник. Это был... Открытая новая локация. Поваленное дерево. Это было, судя по звуку. Наверное. Так, там мужик. Слушай, да сколько же топлива? Да мне уже складывать некуда, бро. А я могу стакать? А, я могу перелить. Серьезно. А что можно выкинуть? Блин, да все нужное. Пока оставим тут. Мы знаем, что внизу... Ой, это лес какой-то, я этого не хочу. А, сука, нет, херовит. Долей. А, у меня же еще, да, есть? Сейчас. И вот сюда дольем. Вот так. Ой, того у меня почти полная, две полных канистры. Так, вот здесь, значит, кукурузное поле, правильно же? Давайте посмотрим еще раз. Приглашение. За кукурузным полем в южной части сухого луга. Приглашение на праздник. За кукурузным полем. Это же кукурузное поле? Я думаю, это кукурузное поле. А это типа кукурузное поле лабиринт, что ли? Тихо, не дыши так, пожалуйста. Приглашение на праздник. Праздник, блин. Лабиринт, смотри. Тупик. Я заблужусь тут. Иди на юг просто. Думаешь? А вдруг это на севере? Ну, типа, за полем. А это что такое? За полем в южной части луга. Понял, там собаки, я туда не пойду. Так, вот, значит, да. Да, понятно, кто в лабиринтах не разбирается. Да ну их нахер эти лабиринты. Так, ну вот поле. Мне надо на юг от него, правильно? У тебя вид сверху, это вообще имба. Куда ты теперь? На север. Что за звук? Там кто-то собаку убил. Ты не понял ссылку на сталкер. А вдруг это типа лабиринт Минотавра? Здесь лаяла собака.
И ее кто-то убил. Мертвый пес. А, он в капкан попал. Мясо. Ну, мне некуда. Зачем мне это мясо, блин? Металлолом под ним. Так, еще капкан. Кого-то пиздит. Да собака в капкан попала, блин. Ну где праздник-то, господи? Мне кажется, я на край карты приду. А, в смысле, еще кукурузное поле? Бля, тупик. Надо обходить. Так, здесь не обойдешь. Надо, наверное, с другой стороны обходить. Так, на стриме не видно. Я выкачал. Не, не видно, я же выключил пока. Пока проходилочка, я выключил. Чё там? А, это кусочек инвентаря. Блять, выглядывает. Я понял, короче. Вот это уже лабиринт стопроцентный. Мне надо его пройти, и внизу будет праздник. Правильно? Открыта новая локация, свадьба. Ну, я так и понял. Ах, А, на цепи. И чё ты мне сделал? И чё ты мне сделал? Ладно, ладно. Это нормально. Да-а-а, ебать! Какая длинная цепь у тебя оказывается. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. Оп. Приглашение, говорит, на праздник. Ох, кто любит... Понятно, конечно, могу это сказать. Мне дальше получается, что я? Чуть за такой огромный комбайн. Кто за свои слова получил? Опа! Что такое? Цветочки. Собака куда-то щемит все время. Мне получается, что, по цветочкам идти, что ли? А, ну мне по ним, судя по всему... Во, мне заходить надо было по ним. Ну вот я типа зашел. Окей. Самое то будет. Чего ты такого, побегай. Тебе туда, где собака. Зитами лабиринт, попробуй сходить. Вот здесь вот, еще ниже, да, что-то есть. А, сюда? Мне туда, где собака. А что мне с этой собакой-то делать? У меня капкан есть. Капкан, что ли, поставить? Или вниз? Так вниз не пройти. Вниз не пройти, здесь край карты. Да, вниз нельзя. Говори слух некоторые мои слова, я не шарю, поэтому могу наговорить хуйни. Брови пусть отговорят. Понял. Здесь нельзя вниз идти. Мне судя по всему, собаку надо прикончить. Сейчас мы сделаем все. Успокойся ты. Сейчас мы все сделаем. Минус собака. Ну нет, да, зайти во вход, как все нормальные люди. Меня куда-то все время тянет. Так, окей. А чё вот я сюда припёрся? У меня же даже инвентарь, бля, фуловый. Я даже ничего не стащу. Стол. Стул. Хорошо. Сломанный колодец. Обыскать. Воу! Блять. А! Призрак? Привет. Можно я не буду подходить? Спасибо, бля. Стол, стол, стул. Привет! Просто привет. Здорово, Мёрфи. Призрак невесты. Чё, мне с ней потанцевать, что ли? Меня не ударишь? А, она просто танцует. Тележка. Старая тележка, украшенная цветными ленточками и цветами из белой бумаги. Хорошо.
А, цветы. Мне надо по цветам идти, да? Металлическая дверь. А, вот здесь, наверное, код нужен из приглашения, да? 8208. Получилось. Хорошо. Нам тут стучит. Танцуй с красавицей. Покажи голову. Ну, вон же голова, шо. Там музыка играет. Тут стучит. Шкаф обыскать. Сигнальный факел, таблетка, патрон среднего калибра. Куда мне это все складывать? Куда? Потом вернусь. Дверной замок заклинило. Что мне предлагаете делать? Картошка. Мешки с картошкой. Так, дверь. Шкаф осмотреть. Магазин среднего калибра, магазин малого калибра. Хлеб. Печь. Что? Свинья? Свинка? Шуинка? А, лысых. Ага. На кровати. Что такое? На... Что на кровати? Что стучит-то? Зачем? Нужно вернуться в убежище, пока еще не стемнело. Бля, темнеет! Темнеет, надо валить. Валим нахуй. Иначе нам это, мы не выживем. Мы не проживем, надо валить. Извините, я вернусь завтра утром. Блядь, темнеет. Блядь, темнеет. Все, ББ. Так я успею добежать же, наверное, нет? Идем по цветочкам. Не успею? В доме пересиди, мне кажется, место неплохое. В этом доме пересидеть? Не, ни в коем случае, там призраки. Я не успею домой, серьезно. А что тебе с лысым не зашло-то? Норм, правда. Ну, она, блядь, такая старая, избитая. Это что-нибудь поинтереснее. Жаль, конечно, добряка. Привет всех гостях, так что если я буду нужен, то через чат я могу воспринять инфу. Или через вебку. Понял, понял, Кири, хорошо, отдохни, гостя, хорошо посидеть. Это дорога? Это дорога. А дорога куда приведет? А дорога ведет домой. Короче, я понял, чтобы нас добраться, нам надо будет бежать по дороге. Парень был из тех... Да просто любит жизнь. А почему я шифтую так долго и не устаю? Потому что я по дороге бегу? Я уже дома практически. Так, надо будет генератор на ночь включить. Капкан, не угоди. Не угожу. Адреналин. Воу, темнеет как быстро! Ага. Бля, двигай, 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 двигай. Ага. Так. Наполнить. Хе-хе. Где-то я уже видел. Да, это когда мама сказала, через 5 минут будет дома. Да-да-да. Ты щемишь. Темнеет как быстро. Опа! И все. Мари? А? Кто, блядь, тут батя? А кто тут батька? Стрельба. Яу. Я все вижу. Так, поехали, значит, верстак. Так, поехали. Слушай, мне бы досок нарубить, но, наверное, ночью смысла нет, да, на улицу выходить, чтобы доски делать. Мне надо бинт сделать на всякий случай один. Вот так. Мы его с собой возьмем. Это мы сейчас все повыкладываем. Металлолом тоже сюда. Батарейка, проволока. Мне послышалось, или где-то дверь открылась? Блядь. Да почему дверь открытая? Я же ее закрывал. Или нет? Так. Так.
Ай-яй-яй, так говорить, возможно, я сейчас на старое сообщение ответил, но все равно осуждаю. А чё? Скамцент вообще ничего такого не написал же, не? Так. У меня, короче, куча досок будет. Это что такое? Проспиртованные бинты есть. Фига. Они типа лучше хилят. А убертень где? Слишком опасно готовить ночью. А это кто? Это кто, блядь? Мы должны отсюда выбраться. Ты кто такой-то, блядь? Мужик! Блядь, что-то мне не по себе стало. А мужик-то где? Ты же только что здесь был. Не? Бля, меня оборотень-то не спасет, да, наверное? Блядь. Нахуй, короче, так. Надо починить оружие срочно, бля, я вспомнил, что я. Так, починить предмет. В смысле? Блядь, досок нет! Блядь, что за звуки, а? Так, дверь закрыта, это радует. Понял? А кто шкаф отодвинул? Санечка, роднички. Вау! Санечка, кто? 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 За что? Санечка, объективчики на слове. Санечка. Откуда здесь, блядь, собака взялась? Блядь, что происходит в этой игре вообще? Блядь, собака откуда у меня тут? Мне что, блядь, с ней делать-то теперь? Кто мне сказал, что они тут это не могут предметы двигать? Я же закрывал за собой дверь, блядь. Ее кто-то открыл. Бля, надо рядом со светом держаться, я понял. Вот так вот, нахуй. Вдруг это самый важный момент, бас. Ты не закрыл. Я закрывал же, по-моему, нет. Мари, там, видишь, опять подвинули его. Ой, все, хорошо, бля. Ого, началось, день четвертый. Репутация увеличилась. Торговец там. Что это, блядь? Бля, это теперь что появилось? Что такое? Торговец. Кто? Передо мной стоит мужчина моего роста. Сквозь матовое стекло шлема я едва различаю удивительно знакомые черты его лица. Кажется, будто накрытый старым мешком массивный шлем сросся с его неестественным бледным телом. Я помню его. Это он спас меня в доме доктора. Мужчина протягивает мне черную руку. Она, видимо, вся в угле. Он показывает мне надпись на дырявой шерстяной рукавице. Мы должны держаться вместе, брат. Он двигает губами, но все звуки заглушает шлем. Мужчина пожимает плечами, а потом стаскивает огромный мешок с плеч и открывает его, показывая мне содержимое. Показать предмет. Фотография дороги. Мужчина вытирает рукавицу на левой руке о штанину, достает уголек и начинает писать. Закончив, он показывает грязную руку. Все дороги ведут вглубь леса. Понял. Торговать. А что у тебя есть? Лизвеса, пора. Так, ну а чё, если мы у него купим лезвие топора, стоимость 450, а у меня 200. А мне ничего нет тут предложить. Мужчина. Оружейные детали. Корпус пистолета, ручка затвора, трубчатый магазин, газовый баллон. Чё делать-то? Так, ну ладно, уйти. Нам надо сейчас досок напилить, во-первых.
Во-вторых, блядь, выключить генератор. Хватит бензин мотать. Спокойно, дышим, спокойно. Блядь, делаем нормально шкаф, закрываем дырку. Все, закрыл же? Закрыл. Так, пойдем доски наделаем. Табуретка. Слишком далеко. Да блять. Ну возьми. Ага. Продай. Кабуля ли продать-то? Я просто не знаю, что мне тут нужно будет, а что не нужно. Вот в чем проблема. Так пес тебе через дверь забежал. Какую дверь-то? Че вот ему продать можно? Я просто не знаю. У меня типа металлолом есть, а другу мне понадобится. Блестящий камень вот есть какой-то, блин. Металлолом вообще копейки стоит. 5. У меня вообще все такое копеечное. У меня нет ничего дорогого. Не через кайф, а в дверь. Вот в эту, что ли? В эту дверь. Так, пила. Ага. Ага. Бензина нету. Хорошо, сейчас мы зайдем тебе бензин. Наполнить. Полностью не будем заливать, наверное, да? Полностью не будем заливать. О. А, бля, серьезно. Ну давай еще зальем. Предположим, мы все экономим. Так, корову. У меня есть 12 досок. Все, идем внутрь. Открываем двери на всякий случай. Во-первых, надо отремонтировать палку. Чинить предмет. Так, палку починили. Теперь нам что надо сделать? Нам надо сделать одну комнату, которую мы забаррикадируем. Раз окно, два окно. Давайте забаррикадируем вот это окно. Ну все, дрова натаскай. Так, вот раз мы забаррикадировали. Вот два мы забаррикадировали. Все, мы теперь в безопасности. Как минимум. Теперь нам надо сюда шкаф передвинуть. Вот это, чтобы баррикадировать дверь. И все, как бы следующую ночь мы переживем спокойненько. Давай, 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 мужик, двигай, блядь. Ты жить хочешь, нет? Свет у меня там есть. Шкаф сейчас тоже будет. Бля, а как вот через него ты продвинуть? А, вот здесь вот такое. Спокойно, спокойно, дыши, дыши, дыши. Все нормально, бро, все нормально, все хорошо. WhatsApp, WhatsApp, бро. Спокойно. Вот так вот. Все, я вообще теперь ничего не боюсь. Так, все, есть. Теперь, значит, у нас осталось 5 досок. У нас есть обычный камень, можно бросать. Куда, кого, зачем, почему, непонятно. Теперь мы что делаем? Пока день, мы сейчас максимально загружаем инвентарь в верстак. Доски мне, типа, наверное, не нужны будут. Гвозди тоже. Камень тоже можно оставить. Веревку, я думаю, тоже можно оставить. Возьмем свой бинт. Спички на всякий случай. Канистру мы тоже оставим. И самогон. А где факел? А как факел сделать? Факел. 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 Окей. А если выстрелить торговца? Эксперименты. Так мне не с чего стрелять. Так, один факел мы сделали. Все. Все, мы теперь бежим опять туда на свадьбу. Лады? Лады. Все, побежали. Че в руках держишь? Палку возьми. Еще отбиваться будем. Воды. Да воды, ладно. Воды хпшку это чилит. Чинит хпшку. А хпшка у нас как бы нормальная. С хпшкой все в порядке. Мы идем дальше на свадьбу.
Заяц! Сука. Стой! Понятно. Не хочет драться заяц. Не хочет драться заяц. Так, нам по дороге, я все помню. Ты побыл на месте лося, который гнался за тобой. Костя меня догнал. Так, капкан. Безрядить. Окей, металлолом. Получилось. Так, мне сюда, что ли? Да, вот здесь дерево, и нам вниз. Бля, опять этот лайк. Я же от собаки могу палкой отбиться, не? Окей. Я надеюсь, здесь собака не заспавнила заново. Иначе это будет не очень хорошо. Еще одного капкана у меня нет с собой. А, ну она мертвая так и лежит. Мясо можно взять? Давайте мясо заберем. Ну мало ли приготовим, там поедим потом. Все, теперь у нас есть время, мы сломанный колодец осмотрено. Мы более спокойно можем все осмотреть. Там до сих пор кто-то стучит. Так, а здесь он сказал, что дверной замок заклинило. Ладно. Так, печь осмотрена. Слушайте, а я же где-то здесь лута находил много. Я еще курю, а когда, куда? Там же прям всякая такая штука лежала. Во, вот здесь. Точно, блин. А что такое? Хлеб. Съедобный. Наверное, пхиль. Ты превращаешься в азиата. Почему? Обычный житель Кореи, когда увидел собак. Да, блин. Братья помогли. Я вам, блин, дам, братья помогли. Сигнальный факел. Он освещает путь. И что, у меня опять фуловый инвентарь, блин. Серьезно? Бля, че инвентарь такой маленький? Трактор. Сейчас там топливо, да, будет трактор? Да смотри, что. Бля, говорил, жру. На чем мы меняем топливо? Давайте на кусок мяса. Руль нам нужен вообще? Самогон, я думаю, можно застакать. Так. Бля, как там попасть-то? Вот зачем мне сюда? Блядь. Я в окно-то могу залезть, нет? А, нифига! Бля, да кто здесь стучит-то? Бля! Мы ждали тебя. Бля, я уебу, у меня палка с гвоздями, мужики. А, он головой об стол бьется. Все. Успокоил мужика. Так, диван. Кровать. Лампа. Диван перенести. А куда я? А зачем? Здесь как-то темно. Бля, можно как-то музыку включить? Потанцуешь? Потанцуй со мной. Танцуй со мной. Потанцуй со мной. Танцуй со мной. Потанцуй со мной. Танцуй, потанцуй, потанцуй со мной. Танцуй. О, кто, 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 чё? Дверь закрылась. Бля, надо быстрее. Стол. Стол. Мы ждали тебя. Ну танцуй со мной, мне говорит. Я не хочу.
Стоп! Блять! Отстань, сучка! Вау-вау! Ебать ты сильный! Пиздец, блядь, да откуда-то? Да, дай мне знак. Да. Серьезно, я дома? Ебать, где половина инвентаря? Еба. Все живи, твой сосед. Последнее сохранение. Это не последнее сохранение. Смотри, у меня в инвентаре есть сигнальный факел и руль. Казин среднего калибра. Ну офигеть, конечно. Бля, игра слишком, по-моему, хардкорная, не? Мы пока все выложим. Куда ты таблетку-то дел? Бля, охуеть. Тогда загрузи последнее сохранение, чтобы вернуть вещи. А здесь нету загрузки. Его сейчас все пугает, на чем нет картинки с анимацией. Бля, что, добежим еще раз быстренько? Что такое? Выносливость, объем легких увеличился. Это хорошо. Давайте еще раз попробуем туда добежать. Я ему скинул дышу, он до сих пор не понял. Да я понял, я просто слишком занят был. Бежим опять туда быстро. Я пить хочу. Тебе на прошлой ночи накидал, ты не понял. Я все понял. Я все понял. Бля, охереть, у меня сейчас стамина не кончается, сори. Бля, можно щемать прямо от души. Я Форест. Я Форест Гамп. Беги, Форест. Все, устал, что ли? Что ты быстро? Сказал, что из-за звуки, ебаные. Так, ну мы уже почти прибежали. Пойдемте зачекаем, что там. На, что будет-то сейчас? Бля, как он быстро отдыхает, мне нравится. Так, у собаки мясо есть? Собаки ничего нет. Бля, серьезно, темнеет? Или нет? А что здесь так это? Танцуй со мной, потанцуй. О, это мой труп, да? Рюкзак. Эй. Благо, все осталось. Бля, где это радио играет? Да на как его выключить? Бля, наконец-то я тебя нашел. Тара-тира-тира-тара-тара-тира-тира-та. Так, я понял. Вот это нычка. Я забегаю, резко цепляю диван. И вот так задвигаю просто. И все. И я в безопасности. Надо вот так сделать. Тебе капкан надо, чтобы того убить. Так я могу его и палкой-то убить, по сути. А могу его и не убивать, могу просто спрятаться. Так, открыть. А в смысле? Туда все нельзя, что ли? А все этот, Чубака не появится, судя по всему, больше. Смотрено. Бля, свинью можно ударить? Можно. Ебать, серьезно, свин? Ты что такой сильный? Эй. Все, минус свинья. Мясо. Схерачили свинью. А здесь что? В чем смысл-то, блядь?
А если я разберу, у меня доски упадут с этого дерьма или нет, интересно? Бургер Кинг. Блин, наверное, если 17-й мег в это время будет писать «Танцуй со мной», он с ума сойдет. Ну, не знаю, наверное. Еще моргает, мне не нравится. Так, ну кровать, полка. Пригодна к употреблению. Лечит. А самогон можно выпить? Ой, ну и чё? Ну я сходил сюда, и чё дальше-то, блядь? Чё такое? Деревянная дверь. Закрыть. Металлическая дверь, открыть. Она, типа, закрыта. Использовать ключ. Ни один ключ не подходит. Открыть. А чё, ну можно же, наверное, отмычкой открыть, нет? Отмычек у меня нету. А отмычку можно скрафтить, наверное, да? Имеется, нужны две проволоки. Ну, естественно, уж все дом лежит. Так, ну ладно. Прикат слишком прочная. Прикат слишком прочная. Так, где-то окно было открытое. А в смысле забаррикадировано? Я же не баррикадировал. Ладно, идем назад. Свет, кстати, пропал. Где-то генератор она стоял, по-моему. Да? Где же где-то генератор был? Это что за звуки? Что за звуки? А здесь тоже закрыто. Ну все, типа, я все сделал. Я залутал, что мне нужно было, я ухожу. Пошли готовить мясо. Так, вот здесь вниз, как бы, есть смысл сейчас осматривать или что? Нет, здесь тупик. Ну, как бы, здесь вообще смысла нету. Хотя день прошел. Пригодно к удовлетворению. Тут за это осуждает. Я свою шутку не могу произнести. Не надо, не надо, не надо. Не надо свои шутки. Конечно, осуждают. Так, наверху, по-моему, тоже тупик. Ну все, уходим. Ладно, идем домой. Так, это много неприятных звуков. Слушай, в ушах это вообще все воспринимается гораздо иначе, нежели чем на стриме. Это пипец. И теперь я слышу какие-то вой. Это пипец. Здесь очень много звуков, на самом деле, в этой игре. И они достаточно качественно сделаны. Я тоже в ушах. Ладно, базар Джексон, как говорится. Как у тебя день прошел? Кири, день прошел вот так. Вот так день прошел. Так, и что в итоге-то? Меня, значит, пригласили на это. Отдыхать. Он просто свой голос почти не слышит. Что, я? Я свой голос вообще не слышу практически. Слушай, вот там собака. Может мне ее убить попробовать? На, на. Бля, как втер красиво. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Бля, лучший вообще. Так, надо похилиться срочно. Хилься. Окей. У меня был тайм-дом. Все это сделал призрак женщины. Так я тоже в ушах. Я тебя через бок смогу смотреть. Просто свой голос починиться. Пригласили отдыхать, его изнасиловали и избили. Что мы его слышим, это не так атмосферно. И все это сделал призрак женщины. Зато плюс Бургер Кинг. Так. Мы осмотрим тут теперь, что. Мешок. Самогонка. Есть только самогон пьет, например. Так, одежда обыскать, ничего нету. Собрать грибы. Грибочки собираем. Вы видели, как собака прикольно от дубинки упала и перевернулась? Вообще красиво было. Где-то еще одна собака-бабака, блять. Решит. Воу-воу-воу! Так, мясо. Окей.
Бля, музыка здесь... Еще что ли? Всех собак что ли здесь избить? Охуй, зачем? Блядь, ты охерела что ли? Блядь, дубинка сломалась! Все, я съябываю, Кстати, темнеет, пора домой. Оп, пора домой. Либо домой, темнеет. Да, лялечка, бегу уже. Иметь комнату на наличие врагов? Не. Посмотри, первый же ящик, да. RTX. А ты у себя также на месте, где шкафом загорел, можешь застроить? Ну, там не горит ничего, типа, застроить. Ну, я думаю, могу. Что за звук был? Так, попили. Фу, как много всего. Так, мясо можно кидать, а можно использовать в качестве приманки для хищников. А, это вон оно что, я думал, его есть можно. Можно приготовить, постепенно гниет. Так, гриб можно приготовить. Как бы сейчас смысла нет. Магазин малого калибра. Хлеб съедобный, это мы оставим. Патрон среднего калибра мы положим сюда. Факел мы поставим сюда. Таблеточки, металлолом. Металлолом, я сказал. Да ебать, металлолом. А что-то вам не кажется, что это какой-то, я не знаю, Майнкрафт? Так, торговец, смотрите, пропал. Я не могу это приготовить. Слушай, а мясо, может быть, мясо попробовать сюда принести? Мне страшно, сука, она не могла тебя услышать. Я в наушнике. Я в наушниках! Трюкач, выживач, трюкач, выживач. Почему спросил, что за звук был? У меня собака поднялась и смотрит на входную дверь. Хе-хе. Это 3D получается. А, что-то я тут забаррикадировал как-то очень странно. Бля, подвинь, пожалуйста, шкаф. Ага. Бля, шкаф на улицу немного вышел. Ага. Бля, дыши спокойно, бро. Перенести. Отпустить. Да хватит хрустеть. Входная. Что за звук? Какого хера, блядь? Почему они в моем доме? Я же, блядь, все закрываю. Расебаны. Бля, пиздец, он там топает, вы слышите? Не понял. Ой, а что это такое светящееся? Мне это забрать надо или что? Я на улицу сейчас не выйду, я забаррикадировался, все. У меня свет, у меня тут это... Что это было? Я не знаю. Потому что там темно, лампы нет, не знаю. Да в смысле? Бля, я тебя уебу сейчас. Сука, доставай факел. Ну нахуй. Урод, блядь. Ты кто такой вообще? Ты как сюда попал? Мой дом.
Избей эту мразь. Я так и поступил. Мне сказали, что они не могут двигать предметы, но он двигал. Как он зашел? А, блядь, здесь окно не забаррикадировано. Я понял. Чего, блядь? Нужно, имеется 4, нужно 3. Гвозди, гвозди. Надо забаррикадировать это окно. Здесь же все забаррикадировано остальное. Да, остальное, это единственное окно осталось. Воу! Я буду держать дверь. Что нахуй происходит? Тумбочка маленькая, я держу. Там еще и тут, бля. Руслан, мне страшно. Да мне самому страшно. Ладно, не спать, все, спокойной ночи. Давай, Стас, хорош ты прям. Спасибо, Стас. Давай, доброй ночи тебе. Слушай, вот в этих ушах, когда сидишь со звуковой картой, с таким звуком объемным, здесь еще типа этот... Как оно, блядь? 7D звук, вот это вот все. Мари, летают призраки. Бля, мне тогда к свету надо, да? За что? Пусти, блядь, к свету! Ну я лампу сломали, мне что теперь лампу, блин, с другого дома тащить? О, зажглась! А что все красное? Слава богу, мы пережили 4-й день. Мразь ебаный. Мама, рассвет! Все хорошо, у нас торговец появился. Так, ладно, я думаю, на этом, на дне пятом надо заканчивать. Время уже очень много, мы очень долго сегодня с вами играли в Darkwood. Игра нереально затягивает, она нереально атмосферная, звуки. Вот это все, что здесь происходит, это пипец. Это же здесь вид сверху, и то, что она 2D, и там графика типа не топовая, вообще никакого значения не имеет. Вот, спасибо огромное за просмотр, дорогие мои. Это была вторая серия игры Darkwood. Пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на YouTube. И приходите на прямые трансляции на Твиче и на ВК Плей. Ну, а также Дроу. Всем спасибо, до следующей серии, всем пока.